Что тут сломалось? Что-то сломалось, короче. Или отдыхают. А где пилот? На обеде? Что сломалось? Машина. Машина, да. Внедорожник. Так. Тут серьезные ребята. Гляньте, все где-то в этом месте, где и мы поломались. Все в этом месте. Ну что там, пацаны? Починили машину? Индость только что был тут. Говорит, что-то сзади у нас там. А что сзади у вас? Бак вижу. Облегчено все. Снимать удобно вас, кстати. Тачка, блин. Ракета. Ну, открывай капот, покажи, что там. Открывай, покажи, что там. Устали? Сейчас мы ее открыли. Вот открыто. Что не знаешь, как открыть? Защелка там открыта. Она открыта. А, инжектор, ёханый бабай. Не, ну конечно так. Кто жил, тот и живет. Наконец-то это мучение с этим карбюратором закончилось, да? Карбюратор хоть есть, да? А тут что, все? Стуканул. Стуканул? Как стуканул? Инжектор ни при чем. Мотор просто. Да, просто, блин. Просто, походу, втулка на кабаничек первого. А, масла не было, да? Не, масло... Ну, я имею в виду, насос не качал. Наверное, да. Скорее всего. Плюс патрубок. Короче, мелочь. Так это у меня еще и не сломалось, считай. Я еще своим ходом в лагерь приехал. А что в небе? А что бортовик, а трос этот, не трос, шток сцепления лопнул. А, да, там такой слепленный из говна и палок. Да то херня, понятно. Не, бортовик сломался, похоже. Колесо одно не крутится и клинит. Может. И непонятно, где сломался. Тут есть старые луазы в Прилуках? А, хрен не знаю. Надо бортовик со старого, там 1.78. Навряд ли. Да понятно. Максима можешь испытать. Да вряд ли, то тяжелый вариант. Так, квадрики. Вон еще, смотрите, кто-то стоит с открытым капотом. Боди уже, ну, пацаны держатся на самурае, если переживали, что отстают. Я думаю, уже вышли в призовые места, а может и в лидеры. Уже нашли траектории, где ехать. Почти. Штурман идет, не спеша. Такими темпами до завтра немного участников останется. Вот еще две машины стоит. Такая непростая трасса. Ну и формат такой, ну хороший, зрелищный. Динамичный, участникам не скучно. И зрителям есть что посмотреть. К сожалению, их немного. Что-то ты грязноватый чуть-чуть, мужик. Мне кажется, ты в... Тём. А. Ты красивый. Держи. Да вообще... Модель по-украински. Что-то ты... А что, вы кору потеряли или что? Да? Что такие... Макраме такие плетёшь. Просто страх. Ну, смотрю, держитесь, уже многие сошли. Давай. Тачка подготовилась нормально. Нива тоже борется пока, хоть и непросто. Там буквально чуть-чуть не хватало им.
Да, непонятно, где этот бортовик сломал, коксу давал, даже не слышно было. Ну как вы там? Ну нормально, хотя. Машина у вас испачкалась. Как мотор? А? Как мотор? Пока, но... Тянет хорошо, да? Вы вышли в лидеры или нет? Да. Да? Вышли в лидеры, говорю. Ну, дубасят планомерно. Тут надо не кто быстрее, а кто увереннее. Ну, и кого готова лучше техника. На самом деле. Это резвое начало. Там и не резая лебедка подвела. И так оно все пошло сразу. Точнее, один болт был не закручен. Там, где масса. Гайка. Вчера вроде я там крутил, но не докрутил. А то туристы поверху, нифига себе туристы с таким выхлопом. Пойдем дельфина поищем, где-то он там. Где-то он там дальше, наверное, стоит. Да, такой первый день лета. Жесткий. Кто-то там рубится, лебедятся, слышно. Да, тут все проехали ходом. Нигде не было там в одном месте сложно, но продубасили несколько раз вперед-назад. Что, конечно, ненадежно изготовлен был. Тоже оно повлияло на поломку, я думаю. Может и нет. Скорее где-то уже было после покатухи там какая-то проблема. Ну, вот там нормальный экшен. И зрители есть. Пытаются перевернуть там. А, там же поломанный самурай. Шли мы параллельно с человеком. За инструментом он сюда нес, я к своей. Кулак у них оторван. Ну там весело. Ну кто-то рубится еще, наверное, внизу. Так, Нива присела. Держится, смотрите, нормально. Женя доработал там ее по подвеске. Мотор BMW, я уже говорил. Самурай. Самурай там борется тоже. Он котлетос из Нивы. Оживился, пошел в бой. Проехали ходом. Mm-hmm.
такая жесткая эксплуатация Мэверика. Передняя левая не крутит. Так, там туристы дубасят. А вот и слепой приехал с мордой. Передняя левая не крутит. Так, а тут поворотный кулак оторвали, ребята. Вот тут мы, кстати, спускались. Пробили мы эту траекторию. А вон и кулак валяется. И слепой. С мордой. Слепой! Неплохо идут. Привязали раздатку. Может, подварили, не знаю. Ну, молодцы. Держится. Олег, давай! Все, сцепление, да? Добавляется. Дельфина не видели нигде? Дельфин где? А он ездил? Да, когда-то ездил. Не могли его украсть? А вон трасса. А мы тут. Там туристы дубасят, смотрите, как валят там в пыли нереальной. Ну, погода, конечно, не закажешь. Так, ну давайте покажу вам. Кулак оторван с этой стороны вообще. С мясом, ну с полуось, понятно. Оторвалась Нива лебедица без сцепления. Ну, мало у Олега там опыта еще. Он недавно в оффроуде. Может, понижения не хватает. Ну, вроде хорошо ехали так вообще. Хотя жесткие очень режимы. Так. Какой-то патрол приехал. Ну, патрол держится, конечно, крепкая машина. Ничего не скажешь. Видите, пробитая траектория уже. Молодцы, держатся. Слепой с мордой выехали. Да, кулак. Полуось. А, полуось вот валяется. Обломанная. Военный мост. Оборвала болты крепления к чулку кулака. Бывает эта проблема. Такой классный самурай на вояках. Да, боюсь, на завтра некому будет стартовать. Все, вообще не едет? Олег? Олег, вообще не едет? А? Вообще сцепление, все полностью, да? Вообще.
Ноль, да? Просто это, короче, побито. Так и следы. А, забилось, забилось. Так, только шоп было нормально все до этого? Откуда можно заехать, когда вытянуть? Да. Никто мой вытянул, никто мой не может вытянуть. А я сейчас время кушать. Лебедой, да. Сцепление просохнет, я поеду. Оно, короче, вылетает. Дельфину звоню, вызов идет. По крайней мере, телефон дельфина. А, у него водонепроницаемый. Даже если дельфин утонул, то телефон пока работает. Так, ну вот, по коридор трассы прямо идем по ТРам. Ну, выкатали хорошо. Все по-другому тут выглядело. Ничего, подготовим тачку на следующий раз, и будет все хорошо. Покажем результат. Нива приехала, ныряет в болото. Ну, уверенно, уверенно. Что пролетел на коксе. Да, участников даже все классы, если собрать, может машин 5 осталось. А может и меньше. Да, пролетел ходом, смотрите, что творит. Это известная Нива. Это известнейшая зеленая Нива, я бы правильно сказал. Держится. Пока идут спокойно. Темп уже не нужен. Тут уже главное ехать. Так, кто-то там еще. О, вон, кажется, то или Валера, или дельфин. Сейчас попробую увидеть. Да, это Валера, это не дельфин. Это метр гранд-чероки, эта котлета называется. Метр гранд-чероки. Нива прошла, то они, конечно, там пролетают. Пролетают просто. Немного грязные. Ну, тут уровень подготовки, конечно, максимальный. Все должны к такому стремиться, и тогда будет борьба. Все 4,5 часа. Ну и второй день, понятно. Слышите, как она звучит? Можно даже не смотреть, просто слушать. Что, присел? Ёханый бабай. А, это не он. Это у ТВХ сидит. Они вон проехали на горе уже. Без проблем. Так, ну дельфина не видно нигде. Может, с той стороны там еще есть болото, с той стороны дамбы. Да, тяжело мы в реку в такой жести. Техника дорогая, конечно, надежная. Столько насиловать, она работает все равно. Передняя левая так и не крутит колесо. Ну, почти выбрался. На лебедке. 25 минут до финиша. До закрытия трассы. Уже. Понятно, Тойоты тоже не видно. 70-ка в ТР-3, которая. Выбрался Мэверик. Мэверик.
Ох и красивый. Штурман счастливый такой. И как он по этому жестичку? Там уже знает дорогу, видно. Да, не работает передняя левая. На трех колесах идет. Москвич. То ли стоит, то ли едет, непонятно. Вот еще не его чинится. Что там у вас? Сломалось. Ого, там людей лежит под ней. Да точно не оборвал. А ну, убери кардан. Убери кардан. Я его с таким потугой без заслуга. А ну, крутни за кардан. По борьбе, ребята. Москвич. Давай, ну время же идет, елки. Там мелкие поломки там. Бога и здоровая, блин. Починили. Починили, да? Блин, с погодой, если бы как-то вот погоду можно заказывать было бы, да? Это для оффроуда самое лучшее, блин. Житель говорит, вон береза на трассе, видишь, вон стоит. Юля, а где вот так прямо за ней. Ты вообще почти не испачкался. Скажи, я не устал вообще. Не? Говорю, давайте 6 часов делать гонку. Организаторы уперлись. Говорит, нет, 4. Нет, 4. Он, диви, нас морда уже обгоняет. Так капец. Морда уже разобрана. Привязана. Привязана. Так давно она почти сначала привязана. Дима, паркуйся. Все. Там осталось 7 минут. 10 минут. Можете выезжать? Можно? Ну, гонка... Короче, интрига остается на завтра. Остается, да? Да. Конечно, мы знаем, кто будет победитель, это однозначно. Да? Но немножко мы все-таки решили придержать интригу. Не буду сейчас называть этот супер экипаж, это без всяких там намеков. Ну, давай хотя бы цвет машины. Синий. Синий, да? Синий цвет. Зеленый будет на втором месте. А штурман с бородой, да? Штурман с бородой, да, и с усами. Да, и такой красивый мальчик. Красивый, да. На S начинается, на мэн заканчивается. Да, да, да. По-моему, что-то такое. Да, я слышал, люди вроде говорили, зрители. Говорят, ага. Божественной красоты. Экипаж. Особенно... Экипаж. Особенно пилот. Нет, пилот, говорят, так себя. А штурман, да. Просто с него картины писал. Ди Каприо или кто-то. Да, да, Ди Каприо. В Титанике тонул так же. Борьба еще идет. Чтоб мы подышали, не только они.
это Toyota? Это Владимир. А, это Вова, ёлки-палки. Забрать назы. А, давай, а у тебя фаркоп есть? Конечно. Короче, оффроуд это все не то, сейчас нормальная будет тема. Это не тот уровень, да? Сейчас на нормальном уровне мы поедем, блин.